Значит, ну и привет, зрители. У меня тут накопилось туева куча всякого, съесть или выкинуть, съедобное, несъедобное. На флешке меньше 20 минут. Я даже не знаю, что у меня там такое набилось, а что не замонтируется никак. Поэтому я думаю писать, наверное, кусочками, потому что тут либо, я не знаю, кто осилит видео на час. В общем, у меня тут пакетик пустой от конфеток. От подписчицы Анечки. Очень вкусные были конфеты, не глазированные, с кремовым корпусом «Мой костер». Конфеты из Новосибирска. ЗАО «Шоколадная новосибирская фабрика новосибирская». Похожая на трюфель, но немножко другие. Вкусные штуки. Спасибо, Анечка. У меня тут закончилась последняя моя я покупка масла. Сейчас я теперь делаю масло сама. Я постараюсь после Нового года смонтировать обзор своего нового маслопресса. Я попутно еще пишу видео масел, которые делаю. Процесс, короче говоря. Олейна классическое масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, 1 литр без запаха, сделано в России. О, тут что-то еще есть. Можно какое-нибудь грибы пожарить на нем или еще что-то. Ой, вы уж простите, либо не прощайте, я зеваю. У меня тут как бы пакет огромный, а еще рядом всякое. У меня закончился цикорий бионова дня, основа цикорий женьшенем. Если ты смотрел мои завтраки из плейлиста «Завтраки по будням» с бионовой, то видел, это хороший цикорий такой. Я вообще первый раз пила цикорий с женьшенем. Можно найти на Вайберис. Я даже, по-моему, делала распаковку. Ну, можно купить у них на сайте бионова, а можно найти и на Вайберис. Хорошее качество. Так. Еще одна Бианова гранула. Бианова дня, основа гранула тропическая, с бананом, ананасом, кокосом, маслом подсолнечника и цельными хлопьями, овсяными и отруби. Вот такое вот, тоже так же на Вайтбрис, ну и т.д. и т.п. А я его даже немножко делала в сухом виде. Вот в сухом виде гранула похожа на овсяное печенье. Вот, вот так. Вот так. Так. Чего у меня тут? У меня закончилось, я на Вайтбрис покупала в магазине 100 йен шоп. Не помню почем, тут было, по-моему, 9-15, сколько-то там штук. Это Мидзу Якан, это более водянистый Якан, потому что Мидзу это вода, Якан это вот сама эта вкусняшка называется, такое желе на основе красной фасоли, либо белой фасоли и агар-агара. Мини Мидзу Якан в таких вот баночках было. Я, наверное, в каком-нибудь обзоре делала, ну, в смысле, видео было у меня обзор вот с этого Якана. И там, наверное, были эти баночки, желешки, желе со вкусом Адзуки. Ну, неплохая штука, сделана в Японии. Они у меня сначала не зашли из-за того, что уж очень водянисто, такое мягкое. А тут что-то случилось так, что конфеты куда-то делись, а вот это вот обнаружилось, и оно вдруг так зашло, я 9 штук с чем так захомячила резво. Так, у меня тут Аллайт, легко и просто, хлопья с фруктами, яблочные, готовый завтрак. Это тоже от Бианова, только вот называется Аллайт. Можно купить и у них и на сайте, можно купить на Вайберс. Это все тоже отсылка к моим завтракам по будням с Бианова. Я тогда предложила зрителю продолжить эти завтраки за небольшой донат. Выслушала, как обычно, немного негатива в свой адрес. Ну и так как поддержки не обнаружилось, то завтраки закончились. У меня там остался еще супчик от Бианова, но я его еще не варила. Думала сегодня, но пришла Соснова и меня вынесла на 5 часов. А потом это... Ну, короче, уснула. Завтра, я думаю, сварить этот супчик. Как раз надо супчик варить. Тоже Аллайт, хлопья с фруктами тропические. Готовый завтрак. И вот что странно, эти вот яблочные, мне больше всего понравились именно яблочные хлопья. Хотя я думаю, ну что, яблоко такое, как бы простое, но сушеное яблоко в мокром виде очень вкусно выглядит. Вот тоже. Тоже на Вайберис можно найти. Так, с чего у меня тут? У меня тут сыр белебеевский сыр, йогуртовый, легкий сыр, источник кальция и белка. С йогуртами заквасками. Очень вкусный такой сыр оказался. Покупала в магните как-то. Что-то увидела. Но я стараюсь сейчас не покупать сыры вот такие непонятные. Я или костромской беру на развес в костромском магазине. Или... Костромской же он вроде, да? Или, короче говоря, этот ларец, ламбер или углический сыр. А тут что-то увидела и купила. Так он мне беленький такой был. Так понравился. Он вообще обалденный. Кошки мне понравился. Так, масло сливочное, Брест-Литовск.
У меня сейчас точно такое же масло в холодильнике лежит. Хорошее масло. Белорусское хорошее масло. Ничем не хуже угреческого. Так, у меня тут еще один пакетик. Казалось, что что-то упало куда-то. Я это все достаю слева по борту. Вот тут совсем чуть-чуть стекла видно. Это у меня мой... как он там, камин, который у меня с начала года внезапно появился. Вот тоже хлопья оладьи с фруктами, клубничные. Готовые завтраки. Тоже вкусные, но яблочные вообще вкуснее всего. Так, что у меня тут? У меня тут целый пакет сейчас вот такой. Я потом из него буду доставать, и еще у меня тут что-то оставалось. О, вот. Ядрёбки дровяного ореха, собраны в городе Алтае, килограмм. Они 4 сентября того года были сняты, обработаны и так далее. Я заказывала на Вайлдберриз, там еще довесок был маленький баночек меда. Я его, этот баночек меда, схомячила только так. Ну, своего-то меда мало, да? Но в этом году действительно немного меньше меда было, чем в прошлом году. И в два раза меньше, чем в позапрошлом году. Короче говоря, я делала на этих орешках кедровое масло в своем маслопрессе новом. И просто так лопала эти орешки. У меня еще немножко осталось орешков, я хочу дожать из них масло. Хорошие орешки очень. Действительно, если написано, что свежие, то вот так свежие есть. Я, правда, долго ждала, потому что шли из Барнаула, но все-таки. Так, что у меня тут? А, у меня тут пупырки. Это к СМРу, которая будет после Нового года, наверное. Так, у меня время еще есть. О, у меня еще есть время. Может, быстро говорю, но уж это извиняйте. Мне никто не дарит флешку очередную, поэтому приходится вот так. А оно тут так накопилось много. У нас сегодня уже 29-е, потому что я где-то в 5 минут начала этого следующего часа. Фрулли от Озера, экстра милк, шоколад, чего-то там, чего-то там. Суфле малина. Они как бы... Что тут было? Тут, по-моему, даже состав такой меняемый, без пальмового масла. И никакой у меня непонятной фигни от этого всего не было. Да, тут хороший состав. В общем, вот. Вот такую штуку покупала в Магните как-то по скидке. Тут всего лишь 125 грамм. И по скидке нашла нормально. А вот подороже меня бы жаба задушила. Неплохие штучки. Суфле с малиновое суфле в шоколаде. Штука вкусная. Советую. Пока что тут все, что мне нравилось. Так, вот это вот что у меня. Натуральный шоколад. Чистый без добавок, темный шоколад 70% с малиной. На самом деле он мне еще лежит, там половина плитки. Я что-то про него забыла. Тут состав тоже хороший. Какао тертое, сахар, какао масло, хрустящие малиновые кусочки, сахар, малина, крахмал, тапиоки, концентрированный сок малины. 80 грамм. По-моему, я его в Магните покупала. Хотя, честно, вот, ну, может и не в Магните, может и в Пятерке там, или в Ашане. Но я в Ашане крайне редко в этом году была. Он на другом конце города. В Пятерке тоже как-то не особо часто. Может быть, все-таки Магните. Ну, короче, если вы видите, вкусная шоколадка. Это темный такой, ближе к темному шоколаду. И там реально кусочки малины. Так, Витазин, это для меня. Кокосовая стружка, десерты. 300 грамм, веган. По-моему, я ее покупала на Вайлдберриз, а может быть, на Озон. И я уже не помню, но, по-моему, она очень даже хорошая стружка была. В общем, если увидите где-то там на Вайлдберриз или на Озон, или еще где-то, хорошая стружка. Так, ну, так как у меня тут, возможно, я не помню, когда я последний раз выкладывала эти съесть или вытянуть, у меня тут копилось больше, чем полгода, потому что вот эта стружка, там на ней написано, что на прошлом году срок годности истек, но она у меня лежала на балконе, и я ее как-то про нее забыла. Так, у меня тут, походу, еще какое-то масло. Масло Третьяковское, Борисоглебск, 325 лет. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. 900 миллилитров. Тоже неплохое масло. Не помню, где покупала. Ну, хорошее обычное масло подсолнечное. Так, чего у нас тут? Плюшка. Московская сдоба. Кстати, неплохая плюшка. Вот я ватрушку покупала. Не знаю, есть у меня тут эта бумажка или нет, но вот ватрушка не очень. Плюшка Московская сдоба, моя цена. Хороший. Так, у меня тут пакетик. Чай зеленый матья, органический, чайная провинция. Обычно в наборах продаются. У меня еще есть такой же пакетик с порошком манго. И вот от порошка манго у меня нет аллергической реакции. Может быть, это тот самый сорт, который мне не вызывает аллергическую реакцию. Или же два каких-то там, как минимум. Неплохая, с молоком вкусно пить.
Ну, конечно, это не та самая японская мотя, это так, какой-то хрен знает, порошок средней паршивости. Еще одно масло. Масло соевое, пищевое нерафинированное, изготовленное методом холодного прессования 250 мл. Народные рецепты здоровья, защита от негативных воздействий, не содержит ГМО. После того, как у меня оказался первый маслопресс с браком, я долго думала, буквально пару дней, и заказала себе масло соевое, потому что, ну, в принципе, масло соевое на таком маслопрессе, как у меня, не сделать. Надо большущий, такой массивный, в общем, более такой, более профессиональный, и тогда и соя дожмется. Ну, соя как бы сама по себе сушеная. Ну, отдельно просто, если интересно, гляньте обзор на тот маслопресс. Я там где-то текстом говорю и голосом говорю. Хорошее масло, ну, в смысле как? Не оно само по себе, оно качественное, но мне оно само по себе не понравилось, чисто по вкусу. Я подозреваю, что, возможно, самопальное соевое масло было бы по вкусу иное, но не факт. В общем, я давно хотела попробовать, он у меня год с лишним стоял в закладках. Я купила, но вот не все масла мне нравятся. Это тот случай. Так, она все-таки есть. Мастер пирогов коломенский. Блин, я думала, что она это магнитная, это коломенский. Короче, ватрушка с творогом. Много начинки, 100% натуральный ингредиент. Если честно, она мне не понравилась вообще. Я ее как бы съела от безысходности, но поняла, что больше не куплю. И по составу она вроде нормальная. Но как-то не сложилось у меня с ней выкинуть. Точнее, не то чтобы выкинуть, просто не покупайте. Так, у меня закончилась вот эта японская удзи матча. Она была более зеленая. Ну, конечно, все, что у меня тут есть, оно не изумрудное изначально. Она была более зеленая. Но, ну, ее можно было пить, допустим, не разбавляя молоком. Молоком я порошковый зеленый чай разбавляю от безысходности, потому что иначе его пить нельзя. А ее можно было пить нормально. И она практически была вот как и то, что мне Никитос из Японии присылал. Хорошая, короче, она... Конечно, стоило до хрена за 30 грамм, но ничего так. Ну и у нее срок годности был до 15 декабря, то бишь я когда покупала, у нее было 2 месяца до срока годности. Соответственно, она уже была такая ближе к просто бледно-зеленому. Ну и цена на нее была. Иногда на Озон бывают скидки на товары просто, а иногда на Озон бывают скидки на товары, у которых срок годности либо прошел, либо через пару месяцев умрет. Так, что у меня тут? У меня спирулина и хлорелла от Wellness Boots или что-то в этом роде. Вот это вот. В обычной такой упаковочке, сколько тут было, что-то, по-моему, 200 штук. Ну, надолго, так, нет, 120 капсул. Ну, вот в таких пакетиках там разное количество капсул на Wildberries есть. И оно дешевле стоит, чем, допустим, у какой-то брендированной фирмы. И ничем не хуже. Хорошая спирулина и хлорелла. Тут было 120 капсул. Как-нибудь еще себе куплю. У меня закончился настоящая матча. Матча. 100% натуральная матча. Ну, матча тут, конечно, пишут. Япония 100 грамм. В общем, по цвету она была такая же, примерно как на пачке. Но не изумрудная. И после открытия она очень быстро побледнела. Вот ее можно вкусно с молоком. Я, по-моему, уже даже отзыв на Озон оставляла на нее каким-нибудь шорсом. Фиг знает. Вот у меня первый пакетик закончился. Что у меня по времени? Я даже думаю, может просто скидывать сюда, сохранять. Освобождать место и заново записывать. То у меня еще там 2 обзора. А монтировать Sony, если записывать, то монтировать только... На ноутбуке это довольно долго. Так, у меня тут еще одно масло. Масло виноградной косточки Dual, точнее, экспорт, рафинированное, 250 мл. Неплохое масло, но самое лучшее виноградное масло от какой-то там лингва хрен знает фирмы. На Озоне я покупала. Но я что-то как-то уже приелась этим виноградным маслом. Так-то, если продавали виноградные косточки отдельным на развес, я бы, может, купила, сделала себе виноградное масло. Я немножко косточек после винограда высушила. Но это сколько надо косточек, чтобы отжать масло? Вон тут даже какая-то капля осталась. В общем, вот такое масло, по-моему, даже в магните продается. Неплохое масло. Лучше, чем бывают другие масла. Ну, конечно, похуже, чем то, которое лингва что-то там.
Хурма сушеная, 100% натуральная, одна хурма и больше никого. За 150 рублей, помню, покупала в магните в Солнечном 150 грамм. Обычно хорошая сушеная хурма, вкусно. Что-то так это... Я вообще заходила туда не за этим, но помню, тогда что-то увидела и купила. В чем она последняя была, единственная. Что у меня тут такое? Атяшево, молочные сосиски. 600 грамм плюс 25 подарок. Вот знаете, в упаковке Атяшево маленькие такие, они как-то отличаются, чем вот эти. Вот эти вкусные, мне очень понравились, но я вот больше их пока не видела. А потом как-то покупала, уже были не то, даже кошка не ела. Ну как, от безысходности ела что-то. О, тут даже это вон, скрепочкой зафигачено. Так, это Fresh Green. Это я покупала тоже в Stoyenshop, по-моему, на Вайберис. И тогда оно позиционировало себя как матья, а на деле оказалось мелко порубленный зеленый чай Сентя. Я им, помню, 3 звезды тогда поставила. Зачем вводите людей в заблуждение? Причем, что чай порошковый, зеленый Сентя. Ну, как, знаете, вот как вот порошок бывает, зеленый чай вот в пакетиках. Вот такая же мелкая фракция, но не порошок. Но так он был реально такой хороший японский. Правда, цена там на него была, конечно. Ага. Так, вот это очень хороший церемоний ти, церемонии гуанинь, улун гуанинь. Я покупала на пробу 50 грамм, он действительно очень хороший был. Сейчас редко хороший гуанинь встретишь, если вот увидите на Озон, то вот хорошая штука. Гурман Базар, фирма церемонии. Хотя у церемонии большинство чаев 50 на 50 такой середнячок, но вот тут это было действительно качественное. Мне немножко остается, что это такое вообще? О, суп грибной с вермишелью. Быстрый и удобный. Магнит. Ну, этой марки. Неплохой. Я как-то покупала. Что-то мне вот от безысходности хотелось по-быстрому пожрать. Деревню такой можно купить. Ну, как бы вот реально чисто от безысходности. Я стараюсь все-таки варить супы сама, но иногда вот можно побаловаться. Вкусный. Так, все. Альпин Гольд, молочный шоколад. Да, я делаю молочный, в смысле шоколад сама молочный. У меня пока вот именно молочный не получается, чтобы он не был горьким. Не знаю, сколько сахара надо бахать, чтобы он был сладким. Ну вот иногда бывает, я покупаю по скидке Альпин Гольд. Молочный шоколад хороший, с хорошим составом. Я, наверное, сейчас прервусь и потом продолжу заново писать. Снова я тут почти на 3 часа освободила место на флешке. Перенеся как бы капку и чё, что сейчас, в принципе, ну, в общем, как бы оно надо, но не надо. Так, продолжу я тут. У меня уже моя заливка, видать, развелась. А, уход на январь я запрещаю уже завтра. Так, первый бобруйский зефир в сахарной пудре из местных сортов яблок с клюквой. Неплохой зефир. У меня тут пакетик. Пакетик Иван-чай, густо ботаника. Кто-то из вас дарил, но я не помню кто, простите. Хороший был пакетик. Так, семена чиа, степь, агрохолдинг. Русские семена чиа, 500 грамм. Неплохие семена чиа, вообще хорошие семена чиа. Мне кажется, уже семена чиа от произрастания как бы разницы не бывает. Ну, чиами остаются. Так, тити-чай, матча-тара, 100 грамм. Это порошок клубней тара. Я забыла, как ее звать по-другому. Китай. Хорошая штука. Добавляю в творожок, в кефирчик. Ну, такая по вкусу, как печенье, ваниль, там что-то такое. Как пироженка. У меня тут закончился японский зеленый чай. 3 года срок годности. 15.06.20 он был создан. 50 грамм фукамуси сентя. Меня что прикалывает? Тут смесь ромадзи и поливанова фукамуши сентя. Японский зеленый чай. Ну, он этот был, по-моему, уже такой. Ну, 15.06.20, больше 23. Причем он был как бы почти просроченный, но по скидке. Ну, как бы он по цвету был примерно такой, как Никитус мне дарил. Тут у меня сянь, жень, ароматная иглы, дух чая. Неплохой чай. Как-нибудь еще куплю себе. У меня тут
Камелия, японский зеленый чай, токусенсе геммантия, сенча с коричневым обжаренным рисом. Очень хороший чай от камелии, мы с тетей регулярно покупали его на двоих для себя или как-то так. Это 30 сентября 2022 года создан, 200 грамм было. Сколько он там живет, хрен знает. Ну, короче говоря, он очень даже неплохой чай. Я его брала всегда на воде. Потом пробовала другой чай, но вот именно этот геммантия у них действительно... Практически, как Никитос присылал, у меня кошка пытается что-то скоммуниздить. Сейчас кого-то выгонят за дверь. Хошань Хуан, я желтые пучки с горы. Хошань, неплохой чай, дорогущий был. Это Simply Good Tea. Но у Simply Good Tea мне не очень нравятся чаи. У них в большинстве вот какой-то один ароматизатор на все идет чаи. Сейчас у меня заварен цвянный чай, жасмин и клевер. И клевер стабильный из всех шариков, что я заваривала, прыгивает куда-то еще до того, как заварили. Ну, парашка. Они в свое время дважды отказались со мной сотрудничать, и как на YouTube обзоры, и как на iRecommend. Я думаю, наверное, не зря они отказались, потому что чай у них в большинстве своем парашка. Вряд ли я куплю еще у них такой чай. Потом я покупала Хошань Хуан Я как бы от другой фирмы, но пришло в их же упаковочке. И выглядел он как-то, ну, так себе. Очередная шоколадка, молочный шоколад Альпен Гольд. Так, Ти-тести, чай зеленый, китайский геммантия. Вот этот тоже неплохой чай геммантия. А вот геммантию я покупала у Simply Good, Aromatic Coffee, кстати. Они же вот, ну, вот это Simply Good, они же Aromatic Coffee. В принципе, написано Aromatic Coffee. Не знаю уж, какой у них кофе, но вот геммантия у них была вообще никакая. Там хоть, ну, покупала там что-то по скидке, по отзывам, типа вау-вау, круто-круто. 500 грамм напополам с тетей. Во-первых, он вообще никакого вкуса там, аромата нет. Его хватает только ровно на одну заварку. Такое ощущение, будто его заварили и спили, высушили эту зеленую штучку. И добавили немножко такого самопально жареного риса. Ну, короче, хренотень. А вот Ти-тести, у них и чай нормальный, Ти-тести. Я у них и пуэр покупала, смолу пуэра. И красный чай, и синий, и, ну, в общем, и каркаде, вот этот красный чай, и анчан покупала, и еще что-то. И очень такой добротный, хороший чай. Бюджетный, среднячок, можно сказать, но из среднячка он самый лучший. Один из лучших чаев. Так, что у меня тут? Russian Superfood. Я думаю, что это, наверное, тоже кидет. А, ну уже была спирулина. Спирулина и хлорелла. Вот мне не нравятся эти крышки. Где-то там надо давить, а иногда вот просто так берешь, хоть и надавлена, она сползает. Кто хоть это, какая фирма-то была? А, вот русский суперфуд. 120 таблеток, 500 грамм спирулина и хлорелла. Я уже не помню, но вроде нормальные. Так, чего у меня тут? Соль. Соль славяночка. Откуда она вообще-то, соль? Соль, ну, в общем, хорошая соль. Тут в составе только соль. Без всякой непонятной хренотени. А, это этот, Казахстан. Мне еще, по-моему, про нее как раз подружка говорила. Вот. Соль славяночка. Хорющий соль. О, а то иногда, погодите, увидишь соль. Там антислеживающий агент, еще какая-то хренотень. Я думаю, веками эта соль лежала каменная, без всякого агента. И все с ней нормально было. Снова Тара-Матя. В общем, у меня, по ходу дела, 3 пакетика по 100 грамм уже Тара-Матя. Потому что Тара-Матя у меня еще там есть немножко совсем. Сейчас он на Вайлдберрис 250 грамм стоит чуть дешевле по себестоимости выходит, чем если, ну, по сумме, если покупать вот 2 таких вот по 100 грамм. Я все думаю, купить, не купить, все местами жаба душит. Вроде пока... Есть вроде пока не надо, но там совсем чуть-чуть, но она вот реально, если какой-то десерт добавлять, то, ну, люди ее разбавляют водой и пьют как чай. Чтобы разбавить водой, чтобы пить как чай, это на вот этих 100 грамм на пару чашечек только хватит. А если добавлять в десерты, то обалденный вкус. Иногда вот что-то хочется вкусного такого, денег нема, либо наоборот сладкого всякого есть, вот, ну, только вот того, что не, надо, нету. Чайную ложечку на стаканчик с кефирчиком или с пирогом. Обалденно, будто пироженку сожрали. Тити-чай Маття Тара. У них еще был когда-то японский Маття. Такой более ближе к темному зеленому, темно-зеленому цвету. Не изумрудный, но тоже довольно качественный был. Он у них что-то был, у меня год назад, что ли, был по скидке. Я тогда нахапала 4 пакета
до того, как цена в него взлетела. И причем у них реально есть вот японская матья и китайская матья. Ну, как бы по цвету, по качеству различаются. Хотя изначально порошковый чай пришел в Японию из Китая. Так, пюрешка. Я помню, делала на нее обзор. У меня еще где-то есть неполноценный пакетик. Я такую в деревню покупала. Очень выручает, когда нет картошки или когда вот пришел домой уставший, очень сильно хочется кушать. Настолько сильно, что быстрее можно чайник согреть на плите и вот залить водой, чем ждать, пока картошка сварится. И даже быстрее, чем в микроволновке эту картошку сделать. Пюре картофельное. Тут в составе только картофельное пюре. У меня тетя говорила, что такое пюре по вкусу, ну, по качеству, делала моя бабушка, когда работала в кулинарии еще в Советском Союзе. Тут 400 грамм на 16 порций из отборного картофеля. Я делала ему отдельно как-то отзыв, покупала на Озон. И вот из всех сушеных этих картошек, которые еще релиш, по-моему, была картошка, там соль и картоха была, ну, вот такое по составу. Это вот идеальная картоха, чисто картоха, больше ничего нет. Хорошая, советую, чисто выручает. Там сливочного масла, молочка, там с этих сливок добавить, соль и укропчика, обалденно. Как домашнее пюре не отличит. Тут у меня чего? А, это бумажки, в пакетике была бумажка. Это масло было, оставила специально показать, оно, по-моему, мне понравилось. Экона, натурпродукт, масло сливочное, крестьянское, 72%, 72,5% жирности. Хорошее масло, если увидите, то советую прикупить. По-моему, я в магните его видела. Тут шарлиц, мармелад желейный со вкусом абрикоса. Мне, по-моему, его к чаю приносила моя лисичка. Ну, в смысле, подружка. Я уже не помню. Вроде он даже какой-то, ну, неплохой по вкусу. Так, добрая буренка, сливки, выбор профессионала, 22% жирности. Только из свежего молока. В составе только сливки, хорошая штука. Я не помню, нахрена я их покупала. Чай разбавлять молоком, кофе или что-то сделать с ними. В общем, сливки хорошие. Он мне очень нравился, пока однажды я не купила такой вот, точно в таком же пакетике. И там зефирки были с плесенью, и ощущение, будто их достали, посушили на солнышке. Они так подсохли как-то так, это обуглились, хрен знает, их обратно убрали, обожглись. Изначально очень нравился, не знаю, может в магните его как-то странно хранили, может еще где-то было. Но тут состав вполне себе нормальный, я, по-моему, даже отзыв на Арике на него писала. Это зефир 5 баллов с семенами чиа. Ну, будем считать, что изначально он еще был в красной пакетике такой, потом стал голубым. И бывают таких еще в коробочках, там ванильный, но вот ванильный мне не нравится. Какой, или молочный ванильный, фиг знает. Но в коробочках и вот такой мне больше нравится. Я как-нибудь рискну здоровьем, куплю еще раз в каком-нибудь другом магазине и сравню, такой же он, или, ну, испортился он реально, или просто в магните как-то странно хранился. Вот матья. По цвету она в разы бледнее, чем тут на упаковке нарисована. Японская матья, все такое. 20.10.21 созданная. Была, наверное, как земля. Ну, в смысле, этот цвет. Главное, цвет черный. Он никаким местом не черным. К тому же он как бы зеленый тут изначально. Ну, брат японец, может, продает. Хотя мне кажется, что-то китайское. Хоть и удается до японскую. Хотя нет, японская. Матья. Брат японец, наверное, словил фишку, что в Россию можно продать какое-нибудь говно лежалое. И все будут счастливы. 12 месяцев у него срок годности, учитывая, что оно было создано 20 октября 2021 года, то есть до 20 октября 2022 года. И вот это вот продается под видом свежего. Оно есть и на Вайлдберрис, и на Озон. Где-то можно дешево купить, там, ну, тут 100 грамм за 150, 180 за 100 грамм. А где-то можно и за 400 увидеть.
А качество одно и то же. Очень мне нравился этот сыр за воронки. Моей кошке тоже он очень нравился. Но, к сожалению, его перестали поставлять у нас в магазины города. Не знаю почему. Я в интернете посмотрела, там написано, значит, что в Ашане он как бы продавался. Но в Ашане тоже написано что на самом сайте, что типа нету временно в наличии. Не знаю, с чем связано. Если кто-то знает, дайте хоть знать в комменты, что с этим сыром случилось. Вкус бил, имбирный, с цедра лимона. Напиток чайный. Кто-то из вас, ребята, дарил хороший чай был. Особенно, когда вот простуженный ты. Но кто, я не помню. Ну, спасибо, короче. Так, Ханибуш. Чайная фирма Камлев. Хороший чай Ханибуш. Мне кажется, сложно испортить чай Ханибуш так же, как Ройбуш. Если, конечно, туда ароматизатора не сунуть и каких-нибудь добавок. А тут чисто порошок будет. Еще один сыр жаворонки. Чего у меня тут? Лукума. Фига себе, она когда-то успела закончиться. Я даже и не знала про это. Я уже и забыла, что она закончилась. Лукума как-нибудь себе приобрету. Это был период, когда я покупала всякую разный суперфуд. В основном вот то, что растет там в Латинской Америке. Ну, вообще в Америках. И, в принципе, все вот это есть боль. Ну, не один в один, конечно, но аналоги есть и в Европе, и в той же России. Потому что я считаю, что то, что, допустим, семена чиа, они, конечно, лен не заменят, но по каким-то свойствам одинаковые. Есть какие-то вещи, которые у нас были вот изначально исконно русские. И есть аналоги по веществам, вот этим полезностям и все такое вот в какой-то другой части земли. Это лукума порошок. По-моему, она сладенькая. У меня осталась еще из той же фирмы Мак Перванская. Она такая препротивненькая. Ну, в общем, лукума у меня как-то ушла быстрее. Она похожа по вкусу на финиковый сахар. Такой же, ну, как бы сладкий, но не супер сладкий. Лукума перуанская, мука, 140 грамм. Дела Сьерра. Может, как-нибудь себе закажу еще. Баночка. Может, я ее мыла? Потому что она вроде как чистая. Но аромат остался. Да, вот и она также пахнет немножко, как финиковый сахар, или как вот финиковая даже паста. Что-то общее есть. Так, чай. Это мне, по-моему, подружка дарила в прошлом году. Ну, еще в этом году, на Новый год в этом году. Билочунь. Зеленый хороший чай. Русская чайная компания. Вот, Тоня, ты спрашивала, там, беспокоилась насчет чая. Вот, русская чайная компания. Очень мне нравится чай их. РЧК еще сокращенно их называют. Еще вот тут чай белая обезьяна. Это тоже, по сути, зеленый. Тоже мне подружка дарила на Новый год. Хороший чай. Чего у меня тут? Такое ощущение, что у меня две трети пакета это чай. Еще один чай. Габа Алишань Рубиновая. Вот этот вот был действительно неплохой. Я первый раз пробовала габу. Много про нее слышала. Но потом я что-то не видела ни на Озон, ни на Вайтбельс эту габу у этого производителя. Ну и так-то вот. Если увидите, можете мне подарить. Так, колбаса, которая мне очень нравится. Изделие колбасное мясное. Колбаса сырокопченая, полусухая, солями, первосорт, охлажденная, упакована под вакуумом 60 суток срок годности, либо цена 100 грамм. Вот это, как это, моя цена, что ли? Ну, магнитная. На бутерброды хорошо. Так вот это, если кто-то в гости пришел, салатик сделала, тут нарезка. Давно что-то ее не покупала. Купила как-то вообще в этом году, с ней познакомилась, может, она раньше не существовала. Ну, как-то случайно взяла по скидке, а потом прониклась. И животное мое у меня иногда утыривая тоже прониклась. Вермишель, моя цена. Мука пшеничная, хлебопекарская, вода питьевая. Макаронные изделия группы В, вермишель высшего сорта. Вермишель, короче, как-то купила чисто. Я знаю, что у меня есть макаронная машина. Я целый год собиралась сделать макароны, чтобы у меня были макароны. Вот так вот и вермишели, то и все. Но что-то руки пока не добрались до нее. Я, по-моему, эту макарон... А нет, макароны... В общем, или я ее выставила, она у меня на балконе в пенале в шкафу стоит пока. Потому что как бы не до нее. Ну, много у меня там всего есть. Или еще что-то. А был момент, что вот мне нужно было чего-то засыпать в куриный бульон. И я купила магнитик вермишель. У меня где-то даже еще лежит немножко. Я просто сейчас очень редко ем макароны по собственному желанию. Если только вот в гостях иногда бывает, что макароны на ужин там или на обед. Но вот как-то мне
Не идут и макароны. Мне до сих пор родственник троллит, что вот ты купила макаронную машину и не делаешь макароны. Вот как-то я очень люблю макароны, любила макароны. И вот когда купила, поделала, а потом меня резко макаронами попустила. Как-то так. Был период, что я картошку не особо ела, а был потом период летом, что я ее прям только хомячила. Мне дед, который у нас умер, периодически меня троллил. Ну что, картошка-то есть? А мне все предлагал у него выкопать картошки, а мне было неудобно. Во-первых, я не знала, как правильно копать картошки, но в этом году копнула и поняла. А во-вторых, ну мне было неудобно, хоть он сказал, что ты все стесняешься? Вот. Зефир очередной. Второй пакетик все тот же. Шоколадка. Я иногда такую покупаю, у некоторых состав с пальмовым маслом, я их не беру, а у некоторых очень нормальный состав, и вот если я вижу ее по скидке, магните там, ну ее может и в других магазинах продают, но у нас тут магнит только, вот из таких сетевых, а куда-то дальше я редко, ну если бывает, то я редко захожу там в магазин, чаще магнит, даже вот где Озон, там рядом пятерка, а тут хороший состав, молочный жир вот, если я вижу по скидке, а у нее состав при этом нормальный, я себе покупаю. Ну, по скидке-то около 100 с чем-то стоит. Да, когда-то мне хотелось чипсов, я долго-долго мучилась и все-таки купила. Русская картошка, супер чипсы, сметана и лук. Мгновенная обжарка без канцерогенов. Ну как, если хочется отравиться, как говорит моя подружка, то можно купить иногда. Так, вот тот самый этот чай, зеленый чай Маття Япония, первая категория, тити-чай. Он, конечно, побледнее, чем вот тут на упаковке нарисован. Ну-ка, гляну, у меня тут фокусировка такая. А, все нормально. То я тут тыкнула на планшет рукой, думала, может, мне там что сбилось после этого. Так, что у меня тут такое? А, это кусочек сыра малыш. С грецким орехом. Тот самый костромской, скорее всего. Вот, сыр малыш с грецким орехом. У нас просто магазин открылся костромской в Солнечном. И я там покупала. Так, был период, когда у меня не было молока. А очень хотелось. А я только вот недели две тут... Не пила чай без молока, а то все молоко, 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 у меня козье молоко, не поверите. Три полторашки молока, грубо говоря, 4,5 литра молока у меня вышло за неделю. Только чай с молоком фигачила. Агуша, источник кальция, молоко ультрапастеризованное. Не было никакого вменяемого молока в магните, когда из деревни как-то приехала. А молока надо было... Я пообещала кушке молока. Ну что, в переноске-то пока доедет, все-таки не особо комфортно. И себе заодно, чтобы там кашку сварить или еще что-то. И в магните оно было по скидке, а все остальное молоко было какое-то допотопное. И оно мне так понравилось. Вот для детей... Делают очень качественные продукты иногда. Почему-то для взрослых делают эти продукты по большей части в 90% как говно. Почему такая градация? Дискриминация взрослых. Маття. Зеленый чай. Раза в три бледнее, чем на упаковке. Так себе. Не советую. Ерундень. Цена такая была, будто там правда Япония. Иногда я покупаю на кассе по скидке какой-нибудь батончик. Сникерс, лесной орех. Но тут, конечно, люди, ну, не все, что вот я иногда забывала в этот пакетик сложить что-то. Иногда вот, ну, как бы, просто понимала, что оно мне понравилось, я сюда кидала, думала, вот, надо поделиться с людьми. Вот, масло углическое. Из углича это то, что у нас вот делают в Головине. Это как вот ту сторону, где моя деревня. Ну, в принципе, моя деревня относится сейчас к Головинскому поселению. Раньше была Воздвиженская, сейчас Головинская. Очень хорошее масло. 82,5% жирности. Так, тут совсем немножко остается. Дахунпао. Лифти. Вот у них есть что-то очень качественное, но 3/4 такая параша. И то ли я очень давно не покупала Дахунпао. Но он какой-то очень посредственный, этот Дахунпао.
Если вы верите в то, что он вставляет, то это фигня. Так, Варвара краса, сыр сметанковый. Очень мне понравился тоже, хороший сыр. Чего тут такое? Конфеты с кокосовым кремом. Видимо, меня кто-то дарил, или уж не знаю, откуда она. Ну, короче, вкусная она была. Ничем не хуже вот этого Рафаэлла. Так, чего у меня тут? Органик лайк. Органик лайк. Нет, глаз, не так я прочитала. Глаз лайк. Не то увидела. Хлорелла и спирулина. Сколько, слушайте, из хлорелла и спирулина жрала? Ничего такая. Так, желатин пищевой. Хороший желатин. И последняя Milky Way. Видать, я покупала их на развес и вот одну туда кинула. Я люблю Milky Way, у него очень хороший состав. У него нет пальмового масла, на удивление. А в Твиксе, допустим, оно есть. В общем, вот это все мое. Съесть или выкинуть, съедобное, несъедобное. Если вы что-то пробовали, у вас иное мнение или так далее и тому подобное, то поделитесь со мной в комменты. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Я скажу вам потом спасибо в титрах. Ольга, хочу сказать большое спасибо за донат. Я вчера убиралась и потом как-то рано легла спать. Ну как рано, около 10 вечера уже вырубилась. И то, что у меня пришло уведомление о донатике, я увидела уже в 7 утра. Так что спасибо, Ольга, за донат. Ты меня очень часто поддерживаешь. Мне это очень приятно. Ну а вы, если хотите поддержать мой канал, то вот опять же это облачко. Ну и всем пока.